Мосгорсуд сегодня огласил приговор по делу о шпионаже. Бывший директор украинского оборонного завода «Знамя» Юрий Салушенко 6 лет должен провести в колонии строгого режима. Задержали Салушенко, который гражданин Украины, в августе прошлого года в Москве по подозрению в сборе в пользу своей страны с секретной информацией о новейших вооружениях. Но лишь сегодня стали известны некоторые подробности дела. Вначале адвокаты утверждали, что экс-директор, который 5 лет назад вышел на пенсию, продолжает помогать своему заводу, и поездка в Россию касалась поставок оборудования. Но после оглашения приговора защита сообщила, что Салушенко свою вину в шпионаже полностью признал и решение суда обжаловать не будет.